Израиль готов нанести ответные удары по объектам Ирана. Скоро ситуация на Ближнем Востоке. О том, доллар почему подешевел, расскажем сразу в выпуске. 8.00 в столице Казахстана. Информационное утро на канале 24KZ. С вами Гульнара Жандагулова. И Арстан Балтин. Здравствуйте. Мы начинаем. Ну и начнем с ситуации на Ближнем Востоке. Армия Израиля заявила о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки палестинского движения «Хамас» Самера Абу Даку. ВБС Цахал нанесли по нему авиаудар в сентябре при помощи разведывательных спецслужб. Его смерть подтвердили только сейчас. Как заявили военные, он был ответственен за проведение многочисленных атак по территории Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов. Абу Дак также был в числе тех, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября прошлого года. Тогда погибли не менее 1200 гражданских и военных, более 200 человек были захвачены в плен. Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по ядерным или нефтяным целям. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», Нетаньяху сделал это заявление в телефонном разговоре с президентом Байденом на прошлой неделе. В нем было сказано, что ответные действия будут рассчитаны таким образом, чтобы избежать политического вмешательства в выборы в США, поскольку удар по нефтяным объектам может повысить цены на энергоносители, что ухудшило бы позиции демократов среди избирателей. При этом отмечается, что офис Нетаньяху примет окончательное решение, основываясь на национальных интересах. Напомню, в ночь с 1 на 2 октября Тегеран выпустил около 200 баллистических ракет по Израилю. Большая часть из них была перехвачена противоракетной обороной. В Иране заявили, атака была ответом на убийство лидера Хезболлы и главы политбюро «Хамас». Тем временем Хезболла в атаках на Израиль использует специальные дроны «Камикадзе». Эти маневренные беспилотники небольших размеров. Израильской системе противовоздушной обороны сложно обнаружить и перехватить. Об этом сообщает CNN со ссылкой на старшего научного сотрудника Тель-Авивского института исследований национальной безопасности Орну Мизрахи. По словам эксперта, отслеживание дронов осложняется тем, что они могут менять свое направление во время полета. Напомню, накануне в результате удара беспилотника Хезболлы по военной базе на севере Израиля погибли 4 человека, еще 61 пострадал. Представители ливанского движения заявили, что удар нанесен в ответ на бомбардировки Бейрута и юга Ливана. Для атаки движение использовало рой беспилотников. Двум летательным аппаратам все-таки удалось пролететь на территорию Израиля. Один перехватили недалеко от города Хайфа, второй взорвался в районе Беньямина. При этом перед атакой не было сирен воздушной тревоги. Организация «Врачи без границ» приостановила работу в Ливане из-за усиления израильских авиаударов. Об этом сообщается на официальном аккаунте организации в соцсети X. Уточняется, что команды международной независимой некоммерческой медицинской гуманитарной организации были вынуждены временно приостановить оказание некоторых видов услуг и сильно пострадавших районах в Ливане. Отмечу, по данным ВОЗ, 17 сентября в Ливане зарегистрировано порядка 18 атак Израиля на объекты системы здравоохранения, в результате которых погибли 72 медработника, 40 получили ранения. При этом 96 больниц и пунктов первичной медицинской помощи на юге Ливана были вынуждены закрыться из-за активных боевых действий. В это время ООН начала второй этап экстренной вакцинации от полиомиелита в секторе Газа. Об этом сообщили в Международном чрезвычайном фонде помощи детям при Организации Объединенных Наций. Уточняется, что иммунизация сейчас идет в центральных районах анклава. Вторая доза вакцины будет введена детям до 10 лет. Отмечу, первый этап в Газе прошел в сентябре, после того, как в августе местный Минздрав объявил об эпидемии. Ранее вирус полиомиелита обнаружили в образцах сточных вод в секторе Газа. Он привел к параличу 10-месячного ребенка. Ранее ЮНИСЕФ сообщал о том, что между сторонами военного конфликта достигнута договоренность о гуманитарных паузах на период проведения вакцинации.
А вот доступ к гуманитарной помощи в Газе находится на самом низком уровне с октября прошлого года. Об этом в Люксембурге по итогам заседания глав МИД стран ЕС заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. По его словам, международное гуманитарное право погребено под руинами Газы. Только по официальным данным, число жертв в анклаве с начала октября прошлого года достигло 42 тысяч человек. Большинство из них – женщины и дети. Боррель призвал к немедленному прекращение огня в регионе. За последние две недели жители Газы не получали никакого продовольствия. 400 тысяч человек получили призыв эвакуироваться, но им некуда идти, они в ловушке. Нам нужно немедленно добиться устойчивого прекращения огня в Газе и Ливане. Но пока мы даже обсуждали это в Совете ЕС, еще один небольшой город в Южном Ливане был атакован. Погибли около 20 человек. Израильская армия опасно перешла еще одну красную черту. Обстрел миротворцев был единогласно осужден ЕС. Напомню, ранее израильская армия вторглась на базу миротворцев в Ливане. Она находится в Рамье, на юге страны, где с начала октября идет наземная операция Израиля против Хезболлы. Военные разрушили танком главные ворота базы, ранив 15 солдат. Двое получили серьезные травмы. А вот Беньямин Нетаньяху заявил, что обвинения в том, что Израиль намеренно атаковал силы ООН в Ливане, полностью ложные. По словам премьер-министра, бойцы ливанского движения Хезболла ведут огонь вблизи позиции ООН и используют миротворческие миссии в качестве прикрытия для своей деятельности. Он подчеркнул, что армия Израиля делает все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты, и снова призвал контингент ООН покинуть юг Ливана. Обвинение в том, что Израиль преднамеренно атаковал персонал ЮНИФИЛ, полностью ложно. Все с точностью да наоборот. Израиль неоднократно просил силы ООН покинуть зону боевых действий на юге Ливана. Израиль не воюет с ЮНИФИЛ. Он не воюет с народом Ливана. Он воюет с организацией Хезболла, которая использует ливанскую территорию для нападения на Израиль. Израиль имеет полное право защищать себя от Хезболлы и будет продолжать это делать. Мы сожалеем о любом вреде, причиненном персоналу ЮНИФИЛ, и делаем все возможное, чтобы предотвратить подобное. Ну, добавлю, что силы ООН в Ливане насчитывают почти 11 тысяч солдат и гражданских служащих из 48 стран на голландских высотах, граничащих с зоной конфликта. Также несут службу 139 миротворцев из Казахстана. Ну вот о том, как могут разворачиваться события на Ближнем Востоке, что может предпринять Израиль и на какие шаги готов пойти Иран, об этом поговорим с экспертом Жанатом Мамынкуловым. Он с нами на связи по Zoom. Здравствуйте. Хотелось бы начать с того, что если говорить о текущем положении, на каком этапе сейчас находится конфликт на Ближнем Востоке? Здравствуйте. Ситуация на Ближнем Востоке находится на стадии эскалации. Все ждут того, как ответит Израиль. Сейчас эксперты приходят к мнению, что, скорее всего, удара по нефтяным и ядерным объектам Ирана не будет, потому что это приведет к дальнейшей эскалации и повышению цены на нефть. Израиль сейчас проводит атаку на все регионы Ливана. Недавно израильское руководство заявило о том, что усилит операцию против Хезболлы. Израиль, возможно, ударит по военным объектам Ирана и, скорее всего, уничтожит еще одного или несколько иранских генералов. Цель, конечно, направлена на корпус стражей исламской революции. В это же время США для поддержки своего главного партнера в регионе Израиля установили систему ПРО ТААТ, что, конечно, увеличивает напряжение в регионе. Ну вот в данной ситуации вообще имеет ли смысл сейчас говорить в обозримом будущем о том, что будут ли какие-то наметки мирного соглашения между Израилем и Ираном? К сожалению, в обозримом будущем мирного соглашения может и не быть, потому что у США нет конкретного плана, ясной стратегии относительно того, как успокоить регион, как решить этот вопрос палестинский. Прежде всего, успокоить своего главного союзника в регионе, Израиль. Иран сейчас проводит встречи
с арабскими странами, чтобы они не предоставляли свое воздушное пространство для нанесения удара по Израилю. Предостерегает арабские страны с тем, чтобы они не вмешивались. В случае, если арабские страны предоставят свое воздушное пространство, Иран заявил о том, что им будет иметь право ударить по арабским странам. Но ведь мы слышали неоднократно и от экспертов, что Иран не хочет напрямую входить, как бы сказать, военные действия с Израилем, что им война не нужна. Но как мы видим, как сейчас разворачиваются события, как вы все-таки считаете, как сейчас действия Тегерана будут дальше продвигаться в этом отношении? Ну, как вы сами сказали, Иран на самом деле не хочет войны, хочет договориться, хочет снизить уровень напряженности, потому что Иран свое дело сделал. Он ударил по Израилю, и в данный момент весь мир ожидает, как ответить Израиль на атаку Ирана. И весь вопрос в этом, насколько жестко будет отвечать. США сейчас успокаивают израильскую сторону с тем, чтобы они ответили символически или хотя бы минимально, чтобы не усложнять ситуацию и без того сложную ситуацию. Поэтому я думаю, что последствия эскалации для региона может быть очень-очень серьезными. Если не договорятся, будет больше напряжения, кровопролития, конфликт будет приобретать новые, совсем новые очертания и привлекать все новые внешние игроков. Вот вы сейчас говорите про действия Белого дома, а зависит ли исход выборов, кто окажется, демократы или республиканцы в Белом доме, на то, как будет разворачиваться конфликт на Ближнем Востоке? Я думаю, да, в случае, если победит Трамп, то позиция Израиля будет более жесткой. И мы можем увидеть тот факт, что сами США будут давить на Иран. Но в случае, если победит Харрис, все остается как есть, то есть будет контролируемый такой конфликт вкупе с украинским кризисом. То есть будут использовать и украинский кейс с тем, чтобы сохранить баланс на международной арене. Ну вот сейчас немало критики звучит в отношении международной организации ООН. А как вы оцениваете действия штаб-квартиры в Нью-Йорке? К сожалению, критика в адрес ООН обоснованная. Более того, сам Гутерриш объявлен в Израиле персоной нон грата. Израиль, конечно, прислушивается решению Совбеза ООН, в то же время игнорирует решение Генерального заседания ООН. Совет безопасности ООН, к сожалению, не смог принять общую позицию по вопросу насилия в секторе Газа и в Ливане, на юге, значит, на севере Израиля, и не смог призывать к полному соблюдению международного гуманитарного права. Более того, израильские танки разрушили ворота базы временных сил ЮНИФИЛ и ранили миротворцев. Это говорит о том, что Израиль будет продолжать свои действия на территории Ливана, и хочет переломить ситуацию, укрепить свое стратегическое положение. Ну и заключительный вопрос. Вот какие основные гуманитарные последствия текущего конфликта для гражданского населения Ливана? В Ливане уже умерло более 2000 человек. Социальная, экономическая ситуация стремительно ухудшается. Бомбежки, рейды, военные столкновения ведут к коллапсу ливанской экономики и увеличению числа мигрантов. Все это, конечно, отрицательно, значит, отразится на внутренней региональной ситуации. Кроме того, вы знаете, что в Газе число жертв превысило 100 тысяч человек, поэтому мы станем свидетелями эскалации в данном регионе. Ну что ж, неутешительные прогнозы о ситуации на Ближнем Востоке. Мы говорили с экспертом, политологом Жанатом Мамункуловым. Спасибо вам большое. Спасибо. В Казахстане могут изменить правила подключения к интернету в общественных местах. Новый проект предполагает, что для доступа к интернету пользователи смогут вводить свой номер телефона в специальную форму и получать одноразовый пароль. Это можно будет сделать через кнопку
получить пароль или с помощью системы ЕГОВ, что раньше не предусматривалось. Пароль будет отправляться в виде СМС на указанный номер или его можно будет получить через звонок. Также появится возможность автоматически подключаться к интернету при звонке на сервер оператора. Разработчики уверены, такая система сделает процесс подключения более удобным и безопасным. По их словам, интеграция с ЕГОВ поможет подтвердить личность пользователя, снизит риски мошенничества и улучшит доступ в интернет, особенно в местах с плохим мобильным сигналом. Проект в данный момент находится на обсуждении до 22 октября. Ну и продолжая тему интернета, в Казахстане растет количество фактов интернет-мошенничества. С начала года зарегистрировано 16 тысяч правонарушений. Появляются и новые схемы для обмана, наиболее распространенные звонки от якобы служб безопасности банков, сотовых операторов и брокеров, а также продажи несуществующих товаров и услуг. Часто мошенники отправляют сообщения, представляясь руководителями компаний. По словам сотрудников МВД, для обеспечения анонимности они используют WhatsApp и регистрируют аккаунты через устройства, позволяющие маскировать международные звонки как местные сим-боксы. За последний месяц криминальная полиция изъяла 20 таких устройств в разных регионах страны. Необходимо напомнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят спецоперации по телефону. Всегда перезванивайте в тот орган, от имени которого представляется оппонент. Также хотелось бы предупредить казахстанцев, особенно молодежь, не передавать третьим лицам свои счета, банковские карты. Вы можете стать соучастниками мошенничества. Сложность в раскрытии таких преступлений заключается в том, что многие из них совершаются за границей. По данным МВД, мошенники, находясь за пределами страны, налаживают связи с местными подельниками, так называемыми дропперами, которые и помогают им реализовывать преступные схемы. Ну а интернет-мошенники похитили 600 миллионов тенге у жителей Северо-Казахстанской области. С начала этого года там зарегистрировали свыше 600 таких фактов. Впечатляющие цифры. Преступники работают по тщательно отработанным схемам и не устают придумывать новые для обмана доверчивых схем граждан. Что делать, чтобы не попасться на их удочку, выясняли наши корреспонденты. Жертвой обмана стала эта девушка. Мошенники взломали ее аккаунт в WhatsApp. После звонка лжеполицейского и мнимого сотрудника Нацбанка с карты исчезло 500 000 тенге. Мне написали на WhatsApp, типа якобы это директор моей поликлиники, получается. Сказал, что была проверка, и проверяли документы, и якобы данный следователь заинтересовался моим личным делом. И он там мне говорил, что сейчас код придет. Четырехзначные два раза, их нужно будет продиктовать. Я продиктовала, потом я захожу в Халыкбанк, и этих 500 тысяч нету. Дело потерпевшей сейчас в суде. Впрочем, не только это. С начала года в регионе по факту мошенничества возбудили свыше 600 уголовных дел. Нанесенный людям ущерб составил почти 600 миллионов тенге, сообщил подполковник полиции Виталий Подчернин. Основными схемами являются это звонки от лжесотрудников банка, участие в сомнительных финансовых проектах, а также звонки о том, якобы заканчивается срок действия сим-карты. Стражи порядка призывают быть бдительными и напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов требовать по телефону конфиденциальные данные не вправе. Такой разговор лучше сразу прекратить и обратиться в полицию. Райхан Тажибаева, Айдарбек Айтмухамбетулла, Куаныш Казбеков, Петропавловск, 24KZ. Почти 300 уголовных дел по фактам коррупции в сфере образования завели в Казахстане за два года. Общая сумма ущерба свыше 16 миллиардов тенге. Об этом сообщили в антикоррупционной службе. Наибольшие суммы хищений зафиксированы в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы. В ходе расследований выявлены почти 400 взяточников. 207 из них осуждены и приговорены к мерам наказания. Но сейчас перейдем к деньгам, вернее, о курсе валют. Информация, по данным Национального банка, доллар сегодня стоит 484 тенге 11 тиенов, евро 528 тенге 79 тиена и рубль 5 тенге 3 тиена, ну а юань 68 тенге 36 тиенов.
Доллар немного подешевел после стремительного подорожания на прошлой неделе. В минувшую пятницу американская валюта продемонстрировала максимум. На казахстанской фондовой бирже доллар торговался на отметке выше 491 тенге. Причем в столичных пунктах обмена его и вовсе продавали за 498 тенге. Вот что будет дальше и какова ситуация на валютном рынке, об этом нам расскажет Сабина Балашкина в рубрике «Первая цифра». Итак, Сабина, чего ждать? Коллеги, приветствую. Каким будет курс тенге к концу года? Сможет ли он все-таки приблизиться к отметке в 500 тенге? Прогнозы свои озвучили казахстанские аналитики. Сейчас все расскажу. С 1 октября днем курс доллара был на уровне 480 тенге, а вот уже 10 октября он подорожал до 491 тенге. Дороже в этом году он еще не стоил. Правда, на таком уровне он продержался недолго. Уже к вечеру американская валюта подешевела почти на 5 тенге, достигнув при этом отметку 486. И это результат вмешательства Нацбанка, говорит экономист Галамжан Айтказин. Курс начал падать на фоне того, что цены. Центробанк отменил покупку долларов для ЕНПФ. При прочих равных, вероятным сценарием для курса тенге является некоторое укрепление из-за продолжающихся продаж долларов США из нацфонда в бюджете для обеспечения трансфертов. Как отмечают аналитики Halyk Finance, в Казахстане на данный момент не может быть свободного плавания курса тенге. Это напрямую связано с тем, что валютный рынок в стране не развит. Как указывал сам Нацбанк в своем отчете о финансовой стабильности за прошлый год, валютный рынок Казахстана сильно сконцентрирован и имеет слишком однородную структуру участников. В частности, здесь превалирующую долю в объеме сделок занимают топ-5 участников рынка как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов, включая сам Нацбанк. А это означает, что периодически может возникать большой дисбаланс между спросом и предложением валюты на бирже, что обязательно будет приводить к высокой волатильности курса тенге. В такой ситуации, по мнению аналитиков, Нацбанк должен официально признать, что использует режим управляемого плавания тенге. Национальный банк сохраняет свое присутствие на внутреннем валютном рынке, при необходимости совершая операции по прямой покупке или продаже иностранной валюты. Это позволяет балансировать спрос и предложение иностранной валюты, ограничивая избыточные изменения обменного курса. Мы также считаем, что в октябре Нацбанку следовало прекратить покупку валюты для ЕНПФ сразу, как только возник негативный тренд на ослабление тенге. Не выше 470 тенге за доллар, к такому уровню курс американской валюты может вернуться к концу этого года. Свои прогнозы озвучил казахстанский экономист Алмаз Чукин. Правительство уже получило разрешение на еще 2 триллиона из нацфонда. 2 триллиона из нацфонда – это еще порядка 5 миллиардов долларов, то есть которые с нацфонда заберут и выбросят на рынок. В целом, так переживать особо не за что. То, что происходит, такое конъюнктурное колебание, а в целом для устойчивости тенге нет особо никаких проблем. Ослабление тенге как нефтеэкспортеру выгодно Казахстану. Такое мнение озвучил финансовый аналитик Арман Бисимбаев. Он также поделился своим видением, что будет с нас валютой в будущей перспективе. И один из источников дохода, это, собственно говоря, вот эта вот валютная выручка от продажи нефтяной ренты. Вот. Но для того, чтобы на единицу доллара получить больше тенге, для того, чтобы вы закрыли дефицит бюджета, вам нужно что? Вам нужно обесценение вашей национальной валюты. Несколько вот таких вот параметров приводят нас к мысли о том, никакого укрепления курса в перспективе нас не ожидает. Нас ожидает ослабление, причем достаточно существенное. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо. Сабина Балашкина была с нами. Ну а мы продолжим. Ну а сейчас реклама. Сразу после нее расскажем о строительстве ветровых электростанций. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Информационное утро» на 24KZ. В студии Гульнара Жандагулова и Арастан Балтин.
Мы продолжаем, но сейчас на восток Казахстана, там уже сейчас готовятся к весенним паводкам. На их предотвращение из областного бюджета в этом году выделили рекордные 800 миллионов тенге. На эти деньги уже построили 4,5 километра дамб, укрепили берега рек, обустроили 26 километров каналов и арыков. А в Шиманайхе, Верхубе ремонтируют плотину на реке Лосиха. В селе Рулиха же жители получили вместо аварийного новый мост. Анель Исенбердина узнала, какие районы теперь защищены от большой воды. Паводки на востоке страны ежегодно угрожают безопасности 9,5 тысяч человек. В зоне риска 72 населенных пункта, в том числе и сам областной центр. Поэтому к сезону большой воды в регионе готовятся тщательно. Строят дамбы, ремонтируют плотины, чистят реки. Даже искусственно спрямляют русла рек и укрепляют их берега. В селе Рулиха же люди наконец-то дождались, когда им заменят их старый мост. Он был в аварийном состоянии, вспоминает Нина Руковец. Она уже 45 лет преподает математику в школе, только посчитать, когда было построено сооружение, не смогла. По этому мосту я еще маленькая ходила, даже не знаю, когда его построили. Вот. Ну да, он был уже в плохом состоянии. Мне уже 65 лет, а ему, наверное, еще больше получается. Вот. Да, конечно, он требовал капитального ремонта, его нужно было заменить. Иначе использовать сооружение становилось просто небезопасно, делится и Яким округа Бахаджан Тайтулеов. Весенняя паводка период, она составляла угрозу, так как она уже опоры были все изгнившие. Между тем, мост имеет для района стратегическое значение. Он соединяет с райцентром два села, еще и большую молочно-товарную ферму. На другом берегу реки Толовки и крупные крестьянские хозяйства, которые везут в Усть-Каменогорск собранный урожай. Поэтому для техники проезжую часть расширили, сделали пешеходную зону. А главное, обеспечили безопасность водителям и пассажирам, в том числе местного школьного автобуса, рассказал чиновник. В селе Рулиха находится средняя школа. И туда обеспечено подвоз детей с села Михайловки, станции Рулиха, которая находится за речкой Толовка, и эти села соединяют этот мост. Для безопасности перевозка детей требовалось проведение капитального ремонта моста. Ремонт обошелся району почти 35 миллионов тенге. Но основные работы по всему региону ведутся за счет областного бюджета. Впервые за много лет сумма, выделенная на предотвращение паводков, превысила здесь 800 миллионов тенге. В план включили 55 мероприятий. 55 ежедневных работ включены. Это дно углубления, берег укрепления, постройка дополнительных водопропускников, укрепление мостов, которые были под угрозой подтопления, и прочищены все арки и дно углубления. Основной объем работ пришелся на Глубоковский район. Там, чтобы защитить дома, укрепили берег близ села Прапорщикова и в самом райцентре. Расчистили дно Иртыша. В Ридере же, где весной затопило 28 домов, расширили канал для сброса шуги с местной ГЭС. Углубили и дно реки Громотуха. Завершить все проекты подрядчики обязаны до конца декабря. Анна Лисенбергна, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, 24 КИЗ. В Улутау завершают строительство ветряной электростанции. К концу года планируют провести запуск нескольких ветрогенераторов, а уже к 2025 году произвести полный цикл подключения всех мощностей. Проект реализуют за счет частных инвестиций в размере 24,5 миллиарда тенге с участием трех компаний из Казахстана и Китая. Энергетический объем включает в себя установку недалеко от Жасказгана 16 ветровых турбин. Произведенная ими электроэнергия будет поступать на подстанцию, а уже оттуда ее направят в единую энергетическую систему страны. Подстанция расположена в Сатпаеве. Ее начали строить в начале апреля. По словам заместителя акима города Алмата Саухимова, все работы идут по графику. На данный момент подстанция готова на 80%. Более 228 столбов уже установлено. Сейчас идет перетяжка проводов. В ноябре месяце ожидается установка первой мачты. Элементы мачты, элементы генератора все уже привезли. Оно стоит на строительной площадке. В данный момент это инвестор ждет только крупногабаритный подъемный кран. До 2030 года в Жамбылской области планируют построить три ветровые электростанции общей мощностью 2 гигаватта. Проекты в Таласском, Сарысуском и Майнкумском районах реализуют за счет
инвесторов из Франции, Арабских Эмиратов и Китая. Сейчас в регионе с помощью ветра, солнца и воды работают 22 станции. Область занимает второе место в республике по развитию альтернативной энергетики. Пятая часть всех объектов возобновляемых источников энергии в стране приходится на Жамбылскую область, подчеркнул заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Иркан Алтишев. У нас действует 10 ветряных электростанций, 6 солнечных и столько же гидроэлектростанций. Местные власти оказывают содействие инвесторам. Реализация новых проектов по возобновляемым источникам энергии скажется позитивно на социально-экономическом развитии региона. Будет способствовать появлению новых рабочих мест. Почти 6% выработки электроэнергии в Казахстане приходится на возобновляемые источники энергии. Это около 6,5 миллиардов киловатт в час. Цифры за прошлый год сообщили в бюро нацстатистики. В основном ресурс производят ветровые электростанции. На них приходится около 4 миллиардов киловатт в час. Затем идут солнечные электростанции, около 2 миллиардов. Вы видите эти цифры на своих экранах. На третьей позиции малый ГЭС, около 1 миллиард киловатт в час. Тем временем угольные станции обеспечивают 66% общей выработанной электричества по стране. Ну вот о перспективах развития возобновляемой энергии поговорим с нашим экспертом, с гендиректором Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкенбаев с нами на связи. Здравствуйте. Вы еще у нас почетный энергетик и эколог, как подсказывают нам продюсеры. Доброе утро, спасибо, что присоединились к нам. Давайте вначале поговорим о том, как вы оцениваете текущие тенденции в области ВИЭ в Казахстане. Добрый день, Арман Кашкенбеков. Все правильно вы сказали. Спасибо за приглашение. На самом деле в сфере развития возобновляемой энергетики нам есть чем гордиться. И это так называемая позитивная повестка дня в свете других негативных, да, которые бывают каждый день. Вы сказали цифру свыше 6% доли всей вырабатываемой электроэнергии уже приходится на чистую энергию. Мы с детства знаем, что солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья. Ничего другого человечество лучше не придумало и вряд ли придумает. И здесь не, даже не сколько наша заслуга и наших современников, а наших великих предков, которые нам оставили в наследство 9-ю по размерам страну в мире с неисчерпаемым потенциалом солнечной, ветровой гидроэнергетики. И наша задача поставить, быть умными потомками, поставить эту энергию необъятную, бесплатную на службу растущей нации, которая уже свыше 20 миллионов. Следующая цель по возобновляемой энергетике у нас к 30-му году 15%. Потом идет цель к 50-му году 50%. И финальная, ну, даст Бог, мы ее раньше достигнем, к 2060-му 80%. Эти цифры все есть в стратегических документах развития энергетики страны. Почему 60 и 80% финальная точка? Потому что глава государства, президент страны Токаев объявил о том, что к 60-му году мы достигнем полной карбоновой нейтральности. И без возобновляемой энергетики, подчеркну, с 80%, как ни один другой вид генерации, конечно, Казахстан не справится. Поэтому хотел бы отметить, что мы не отстаем ни от какой-либо страны в мире, мы не опережаем никого. Эти лозунги уже сейчас не актуальны. Мы идем своим казахстанским путем, уверенным, не спеша, и добиваемся значительных успехов. Арман, вот скажите, насколько верно утверждение, что сектор ВИЭ в Казахстане развивается благодаря интересу иностранных инвесторов? Верно ли это утверждение? Я бы сказал, что оно верно лишь наполовину, ведь партнерами крупных ведущих энергетических компаний извне Казахстана выступают местные компании, местные предприниматели, которые строят те же упомянутые ветровые или солнечные станции по регионам Казахстана. Мы все с вами с регионов Казахстана понимаем, насколько это важно, и радуемся, когда вот Жамбылская область 20% теперь чистой энергии страны. Разве это не показатель? Поэтому на самом деле сейчас Министерство энергетики, как
регулятор, уполномоченный орган, на самом деле обеспечивает необходимые условия для привлечения инвестиций в это непростое геополитическое время в энергетику страны, как традиционную, как мы знаем, так и возобновляемую. И здесь приоритет не должен, конечно же, отдаваться только иностранным инвесторам. У нас уже есть свои казахские предприниматели, бизнесмены. Именно они живут в нашей стране, создают рабочие места, платят налоги. Поэтому я думаю, что здесь должен быть золотая середина в распределении проектов на тендерах или по межправительственным соглашениям. Про казахских предпринимателей не стоит забывать, иначе мы подсядем опять на ту иглу, которую подсели с нефтегазовым комплексом, и будем зависеть от всего, что производится вне Казахстана. Этого мы не должны допустить. А вот скажите, какие основные препятствия на данный момент для внедрения новых технологий вот в секторе ВИЭ? На самом деле препятствий нет. Вы знаете, возобновляемая энергетика, она солнечная, она ветровая, она зеленая и демонстрирует чудеса и в Казахстане. К примеру, падает себестоимость новых объектов. Если вот первый наш пилотный проект «Бурная солнечная станция» в Джамбульской области, первый, сложный, никто не знал, как строить вообще, как эта электроэнергия вырабатывается. Мы построили достаточно дорого, но в чем-то обоснованно. Первый проект всегда пилотный, дорогой, за 200 миллионов долларов под ключ. То одна из свежайших станций несколько лет назад в Алматинской области на Капшагае, Нургиса, всего 70 миллионов. Все мы математику учили, в 3 раза падение не где-нибудь на Луне, а в родном Казахстане. Это, конечно, не может не радовать. К чему это приводит? К тому, что тарифы падают. Ни в одном виде генерации, вы упоминали и много упоминалось в последнее время, не происходит снижение тарифов. Тариф – это то, что платит население, предприниматели, физические, юридические лица. Поэтому здесь, конечно, возобновляемая энергетика будет дальше востребована, активно развиваться. Какие-то большие препоны я не вижу. Существует законодательная база необходимая. Регулятор Министерства энергетики ее ежегодно модернизирует. Кроме того, вот честно скажу, что впервые за многие годы двери Министерства энергетики открыты для всех инвесторов, и казахстанских, и иностранных, уделяют время, проводят встречи, понимая, что это новый драйвер экономического роста Казахстана. Его мы все так ждем. Что ж, благодарю вас. Я напомню, с нами на связи по Zoom из Алматы был гендиректор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкенбаев. Мы говорили о перспективах развития возобновляемой энергетики в Казахстане. А вот о международном опыте мы уже поговорим с нашим международным экспертом Сандугаш Байгуаныш. Она уже в студии. Мощность морских ветроэлектростанций в мире увеличилась на 25% по сравнению с предыдущим годом. Вот это данные Европейской Ассоциации Wind Europe. Вот скажи, Сандугаш, почему в мире растет интерес на развитие морской ветроэнергетики? Да, знаете, Гульнара, во многом это связано с географией и погодными условиями. Мы все знаем, да, что в открытом море ветра дуют стабильнее и сильнее, соответственно, там энергия преобразуется намного больше, чем на суше, и вот поэтому устанавливать ветряки на воде или вдоль побережья выгоднее странам. Так, в Китае запустили мощнейший в мире морской ветрогенератор. Он находится на плавучей электростанции в провинции Гуандун. Диаметр вращающейся части составляет 260 метров. Рабочая площадь установки занимает 53 тысячи квадратных метров. Это почти 8 футбольных полей. В перспективе ветряк на море будет производить 72 гигаватта электроэнергии ежегодно, что достаточно для обеспечения электричеством примерно 96 тысяч домов. Отмечу, плавучая ветроэлектростанция построена китайской государственной компанией Dongfang Electric. По словам инженеров, платформа спроектирована таким образом, чтобы противостоять воздействию разрушительных штормов и тайфунов. Для вывода этой платформы в открытое море мобилизовали 10 кораблей. Ветроэлектростанция движется по направлению ветра. При этом глубина воды не должна быть меньше 35 метров. Срок эксплуатации плавучей платформы рассчитан на 25 лет. Сегодня Китай лидирует в мире по количеству действующих морских ветроэлектростанций. Согласно данным аналитического сайта «Статиста», в республике есть 129 установок. Их общая энергетическая мощность превышает 37 гигаватт в год. Таким образом, на долю КНР приходится около половины общемирового объема выработки морской ветроэнергии.
А вот между тем наиболее сильные ветра дуют в Северном море, которое находится между Британскими островами, Скандинавией и Европой. Это перспективное место для развития ветроэнергетики. К примеру, в Великобритании находятся крупнейшие в мире морские ветровые электростанции. Две из них расположены недалеко от графства Йоркшир. Эти комплексы принадлежат компании Hornsea. В них насчитывается около 340 турбин. Вместе они обеспечивают электроэнергией 2,5 миллиона семей в королевстве. В будущем планируется запустить еще два ветропарка Hornsea. Правительство Великобритании уже одобрило строительство соответствующих проектов. Hornsea-4 значительно укрепит энергетическую безопасность Великобритании. Работа этого комплекса поможет нам уйти от волатильности мировых цен на газ и приблизиться к энергетической независимости, а также позволит нам совершить значительный скачок вперед к чистому нулю. Ветропарк Hornsea-4 будет состоять из 180 турбин, что при полной постройке обеспечит достаточной энергии для удовлетворения среднесуточных потребностей более миллиона домов. Тем временем в Норвегии инженеры разрабатывают инновационную концепцию морских ветроэлектростанций под названием Windcatcher. Эта плавучая конструкция состоит из сотен небольших турбин. Она способна заменить традиционные крупные ветряные фермы. Модульная система позволяет масштабировать станцию в зависимости от потребности. Внешне она напоминает стену из ветрогенераторов. Каждый блок подключен к центральной подстанции, которая затем передает электричество в сеть. Дальнейшее развитие морской ветроэнергетики напрямую связано с производственными мощностями стран. По данным глобального отчета Международного совета по морской ветроэнергетике за 2023 год, в мире насчитывается 30 действующих и 55 строящихся заводов по выпуску офшорных ветроэнергетических установок. Китай удерживает лидирующую позицию, занимая около 60% мирового рынка оборудования. Европа, в свою очередь, является вторым по величине регионом с основными производственными мощностями в Дании, Германии и Франции. Коллеги, у меня на этом все. Вам слово. В общем, жаль, что наша страна, нашу страну не омывают моря. Количество морских ветроэлектростанций было бы очень много. Спасибо, это была Сандугаш Байгуаныш. Утки прилетели на зимовку на озеро Караколь в Мангыстауской области. Видео стаи снял и опубликовал в социальной сети актауский блогер Азамат Сарсенбай. Большей части Казахстана, по данным Казгидромета, осадки прогнозируют на юго-востоке, севере, западе и в центре страны. Ночью в Кызылординской области заморозки до 2 градусов, по республике усиление ветра. На севере сгустится туман. В Астане сегодня без осадков, температура воздуха днем до 5 градусов тепла. 400 тысяч жителей Флориды до сих пор остаются без электричества в результате аварий, вызванных ураганом Милтон. Штат начали восстанавливать после буйства стихии. Президент США Джо Байден 12 сентября посетил Флориду, чтобы оценить ущерб от урагана. Он распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По подсчетам Белого дома, ущерб от стихии может составить 50 миллиардов долларов. Напомню, ураган Милтон обрушился на прибрежные города Флориды 10 октября. Погибли по меньшей мере 24 человека. Ну а казахстанцы, проживающие в штате Флорида, рассказали о последствиях урагана Эльвина Воровина. Одна из наших соотечественниц, она из города Тампы, живет в прибрежном районе. Ей во время надвигающегося урагана пришлось эвакуироваться из дома вместе с семьей. До сих пор Тампа Бэй-Ариа остается подтопленной. А также в пострадавших районах электричество начинают восстанавливать. У нас оно уже имеется. Со всех соседних штатов к нам приезжали службы помощи и помогали нам. Хотела бы сказать, что восстанавливают все довольно быстро. Конечно, до сих пор есть такая проблема с бензином, что на некоторых заправках нету бензина, и на самом деле очень тяжело найти бензин. В данный момент около 80 школ до сих пор остаются закрытыми.
китайском городе Нинбо стартовал турнир категории WTA 500. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно провела матч первого круга, разгромив американку Каролин Доухайт. К эфиру присоединяется наш коллега Алишер Накипов. Итак, Алишер, с каким счетом завершилась эта встреча? Противостояние завершилось со счетом 6-2, 6-0 в пользу второй ракетки Казахстана. Во втором круге Путинцева сыграет с победительницей матча между китаянкой Ван Яфань и бразильянкой Беатрис Хадат Маи, которая поднялась на 10-е место в мировом рейтинге. Михаил Кукушкин сыграет в основном раунде домашнего турнира в Алматы. В финальной стадии квалификации казахстанский теннисист разгромил россиянина Алибека Качмазова со счетом 6-1-6-2. Матч продолжался чуть более 1 часа. Следующий соперник нашего спортсмена определится позже. А вот Тимофей Скатов и Александр Шевченко успешно стартовали в парном разряде. В первом круге казахстанская пара обыграла американский дуэт Эванс Кинг и Рис Штальдер со счетом 6-1-7-6. Получается, мы когда в Астане играли месяц назад, Кубок Дэвис играли в Астане, как-то просто я предложил Сане сыграть пару. Он тоже согласился. В принципе, тут был главный вопрос, чтобы нам предоставили вайлдкард. В принципе, спасибо Федерации, конечно, за то, что он предоставил нам эту возможность. Вот мы сегодня постарались показать свой максимум, получилась победа, поэтому рады и будем дальше продолжать работать. Ну да, так получилось, Тимофей подошел, особенно, естественно, мы не специализируемся на парной игре, но сегодня показали, кстати, очень такой хороший теннис в паре. Давно я не вспоминаю матчи, когда, особенно я играл так в паре, подавали хорошо, Тимофей очень хорошо принимал, и на самом деле хорошая победа, посмотрим, что будет дальше. Играем, я так понял, против аргентинца и там еще один, я, если честно, сейчас не вспомню, но я думаю, у нас будут хорошие шансы зайти и дальше. Международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг среди игроков до 18 лет. Так, восходящая звезда отечественного тенниса Амир Омарханов по сравнению с прошлой неделей поднялся на 12-ю строчку, а Зангар Нурланулы после победы на турнире в Шымкенте взлетел на 55 пунктов и расположился на 94-м месте. Отмечу, что ранее Зангар выиграл 4-й в карьере трофей ITF Juniors, а Амир Омарханов выиграл 6-й трофей в карьере под эгидой этой организации. 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали завоевали казахстанские спортсменки на международном турнире по эстетической групповой гимнастике в Гонконге. Это одна из самых престижных мировых арен, где собрались сильнейшие команды со всей планеты. Всего в первенстве приняли участие 55 коллективов из 13 стран, в частности команда Астера. В короткой программе возрастной категории от 12 до 14 лет показала хорошие результаты, которые принесли спортсменкам 2-е место пьедестала почета. За победу в этой категории боролись гимнастки из нашей страны, России и Сингапура. Коллеги, к этому часу пока все. Спасибо, это был Алишер Накипов и его Спортлайф. Исполнилось 100 лет со дня рождения казахстанского писателя Бердибека Сокпакбаева. Этот день включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Весь год на родине классика в Нарынкольском районе Алматинской области и по всей стране проходят культурные мероприятия. Знаменитая повесть Сокпакбаева «Меня зовут Кожа» переведена на 68 языков мира, а в этом году впервые произведение представлено на азербайджанском языке. Индира Унгарбаева рассказывает. «Заводила и душа компании» – так называет своего отца Самал Сокпакбаева. Ее воспоминания детства связаны с пикниками на природе в компании друзей и семьи. Дочь писателя росла в атмосфере высокой духовности и с детства впитала любовь к литературе, поэзии, искусству и интеллектуальным беседам. «Я не могу сказать, чтобы он дома меня баловал. Он был справедлив, суров, если это вот требовало, скажем, обстоятельства. Вот. В то же время в доме у нас царил культ духовности, конечно, это, значит, культурные какие-то вопросы, посещение театров, музеев всегда, литература, книги у нас это просто были главной нашей особенностью».
В каждом ребенке живет озорной Кожа. Вот секрет неслыханного успеха книги «Меня зовут Кожа» у детей и взрослых, считают эксперты. Однако не всегда отклики были такими благосклонными. В советские времена Бердибек Сокпакбаев неоднократно подвергался критике за то, что правдиво изображал действительность. Есть такая фраза: «Кожа путешествует по миру, и он продолжает путешествовать». Повесть переведена на 70 языков мира. Буквально на днях его впервые перевели на азербайджанский язык. Все его произведения написаны искренне и реалистично. Он всегда писал то, что он сам пережил, чему был сам свидетель. Бердибек Сокпакбаев начал свой писательский путь с поэтического сборника «Родник» в 1950 году. Работал заведующим отдела прозы в детском журнале «Балдырган». В память о выдающемся коллеге с начала года в каждом номере публикуются стихи Сокпакбаева. К следующему номеру мы готовим к публикации прекрасную прозу «Почему деревья злятся». Этот рассказ о простых детях, которые радуются жизни, живут в согласии и уважении. Это замечательное художественное произведение учит людей заботиться о природе. Празднование столетия Бердибека Сокпакбаева весь год проходит по всей стране. На его малой родине, в селе Нарынкол, Алматинской области, открыли памятник классику. Помимо этого, готовится к выходу полнометражный фильм по повести Сокпакбаева «16-летний чемпион». Индира Унгарбаева, Султан Бейсекенов, 24KZ, Алматы. Это все, о чем мы успели рассказать. Вы смотрели «Информационное утро». Спасибо. С вами были Гульнара Жандагулова и Арстан Балкин. До встречи в 10:00. Увидимся.